дозором, ребята. Дневной дозор. Первый фильм года. Новый улучшенный Дирол наведет порядок во рту. Привет, подушка. Привет, подружка. Налет. Глаз алмаз. Новый отбеливающий Дирол «Клубничная поляна». Чистая свежесть, чистая сенсация. Сенсация? Пробивная сила Холлс облегчит дыхание при первых симптомах простуды и позволит вам дышать свободно. Холлс. Дышите свободно. Обычное антибактериальное мыло делает кожу рук сухой и некрасивой. Прикасаться к ним неприятно. А мыло Абсолют Био с природным комплексом фитозам не только избавляет от бактерий, но и не сушит кожу. Она остается мягкой и приятной на ощупь. Извините. Абсолют Био избавляет от бактерий и не сушит кожу. Поливитамины для здорового развития малыша во вкусном сиропе Санасол. Без сахара. Витамины Санасол нужны, как солнце. Майский чай, майский чай, майский чай, любимый чай. Майский чай, майский чай, майский чай, любимый чай. Називин. Средство от насморка номер один Називин. Для носов и носиков. Молоко 8 рублей, яблоки 29 рублей. Иди, не бойся. Экономит время и деньги для радости и жизни. Сережа, мы с родителями поехали встречать Новый год к дяде Леше, а не в холодильнике. Ну, целую. Пока. Это один способ экономить на звонках родным. А вот другой. Теле 2. 1.5 цента на все мобильные и смс круглосуточно. Представь бодрящую свежесть утра. Такую же, как свежее и чистое молоко, из которого создан сыр Альметте. Представь восхитительную легкость природы, такую же, как воздушный и легкий сыр Альметте. Альметте такой соблазнительный и вкусный. Альметте – творожная загадка природы. Лентрансгаз – крупнейшее газотранспортное предприятие северо-запада России. Лентрансгаз осуществляет 30% экспортных поставок «Газпрома» в Западную Европу, страны Балтии и СНГ. Лентрансгаз обеспечивает светом и теплом 13 миллионов жителей страны. Новая Россия и ответственность за будущее детей – это наша работа, наш долг, наше призвание. Лентрансгаз. Созданное природой, отдаем людям. Друзья, нам предстоят нелегкие дни. Они хотят забрать все, что у нас есть. И за все с нами рассчитаться. Но мы должны выстоять всего месяц. В правильном доме жить хорошо. Просторно, светло, красиво. Я «Строймонтаж» сегодня пошел за правильную квартиру. Квартиры в рассрочку на Юго-Запад. «Строймонтаж», отдел продаж, 332-0202. Самый откровенный альбом года. Галина и Олег Ивановы. «Признание» уже в продаже. Пропал салат. Исчезла елка. Похитили подарки. Кто испортил праздник? Месть! Тот,
на кого невозможно обижаться. Неужели все это только потому, что я зеленый? Джим Керри. Я псих. Неотразим в любой маске. Какой ты противный, мистер Гринч. Как Гринч украл Рождество. Ёлочка, гори! Самая зажигательная премьера Нового года. Сегодня на Первом канале. Настоящий шоколад. В общем, берешь так и на мангал, и жаришь. Чего там кому по вкусу добавить? Все готово. Какая красота. Красота. Жаль, только не отстирывается. Ничего подобного. Новый миф биоплюс кислород глубоко проникает в ткань, устраняет сложные загрязнения и дарит белью морозную свежесть. Да, без кислорода никуда. Миф биоплюс кислород новый. Какой черт занес меня на эти галеры? Не знаю, как вы, а я устал. Соберись, тряпка, нам без барабан скучно. Во-во, давай работай. А до Аляски еще так далеко. О, надо дать ему Red Bull. Red Bull? Энергетический напиток, он бодрит тело и дух. И хорошо бодрит. А почему именно Аляску? Почему не Ямайка? Голова. А может, Гавайи? Или Канары? Мальдивы. Red Bull отрыляет. Здесь, на берегу Средиземного моря, я открыла тайну красивой кожи. Солнечная олива. Теперь оливковое молочко содержится в новом гель-креме для душа «Палмолив». Его увлажняющая формула способствует нежному питанию вашей кожи. Гель-крем для душа «Палмолив» придает вашей коже удивительную мягкость. Рожден в гармонии с природой. Новый «Палмолив» с оливковым молочком. Ежедневное увлажнение для вашей кожи. Английский чай «Ахмат». Только высшее качество «Ахмат». Теперь и в новом, безупречном исполнении «Ахмат». Урок второй. Рот. La boca. Губы. Le labbra. Какой соблазнительный. Нежный молочно-ореховый крем и хрустящая вафелька. Bueno. La crema. Bueno, соблазнительный и легкий. А если я вам на деле докажу, что у меня действительно реальные способности в области гипноза, телекинеза и телепатии? Стаканы двигать всякие умеют. Вы покажите, что вы мани-мани, можете заработать. Девять неизвестных. С 9 января. К барьеру, сударь. К барьеру. Премьера на Первом канале.